Hello всем друзьям, с вами Илья Уан. К сожалению, уже скоро заканчиваются новогодние каникулы, и совсем уже скоро всем на учебу. Но также завтра будет у нас, как я помню, старый Новый год, как мне говорили, и я решил в честь этого праздника прикупить вот такую вот что-нибудь новенькое на канале. То есть не только тачки я буду снимать, но, как я и говорил, будут различные другие, в общем-то, фигурки по Диснею. Ну что ж, это у нас такой вот свитбокс по такому сериалу, как «Утиные истории». Этот сериал вышел в 2017 году, то есть это современная их версия. Ну, также мы видим, что здесь у нас в коллекции идут Скрудж Макдак, Зигзаг Макряк, Флинхард Гомкольд, Вилли, Дилли и Билли Дак, и также Поночка. Я этот сериал, помню, смотрел, но свитбоксов, к сожалению, у меня не было на канале, может, я буду почаще теперь покупать. В комплекте у нас идут такие вот фрутли с игрушкой, типа такие вот мармеладки в виде таких вот звездочек. Ну, а здесь у нас на коробке изображены Зигзаг и также Поночка, а также Скрудж Макдак и также Вилли. Также мы видим, что здесь на большой вот, на маленькой стороне нарисована Поночка и также Вилли. Ну, их легендарный уже слоган «Не откроешь, не узнаешь». Что ж, ребят, поехали. Ага. Ой, блин, я уже изуродовал коробку из-за того, что тут все на скотч приделано. Ну ничего, сейчас ножик, я думаю, это все исправит. О, отлично. Да, я изуродовал, конечно, упаковку. Просто жесть. Как я уже давно их не раскрывал. Значит, вот такой вот у нас пакетик. А также у нас вот такой вот мармелад. Значит, хочу вам показать все-таки, что там имеется. Но могу сказать, что этих постилок не так уж и много. То есть вот, свитбоксов у меня уже давно не было, как я уже говорил. Ну и хочу узнать, что там такого нового появилось, так сказать. Я просто вам хотел показать, как эти постилки выглядят. То есть вот, вот такие вот маленькие штучки. Ну и теперь давайте раскрывать самого героя. Ух ты, ух ты, как интересно. Ну и значит, мне достался вот такой вот утенок, как Вилли Дарк. Самый непоседливый из братьев, знатный авантюрист. Хочет быть таким же искателем приключений, как Скрудж Макдак. Вилли очень ценит семью. Всеми силами пытается разузнать что-то о своей маме. Значит, у нас вот представлена вся коллекция. Давайте я ее вам прочитаю. Скрудж Макдак, его озорные племянники Билли, Вилли и Дилли, очаровательная Поночка и бесстрашный пилот Зигзаг Макряк путешествуют по миру. Их ожидает множество неразгаданных тайн и встреча с Линхардом Гломкольдом, заклятым врагом Скруджа. Собери всех участников новых приключений. Ну что ж, вот такой вот мне достался Вилли Дак. Их можно различить тем, что Билли одет у нас в красный цвет, а Дилли зеленый, но Вилли получается у нас такой вот синий. Значит, он у нас одет в синюю футболку. Ну и также
Особо так он ничем не привлекателен. Сделан из пластика, полностью белый. Но, в принципе, ноги у него сливаются с фоном. Сам он стоит на такой вот желтой подставке. В принципе, у меня тут есть небольшой косячок. У меня тут краска слезла. Вот, именно сзади. Но это, к сожалению, такой вот небольшой у нас дефект. Ну и снизу у нас что тут написано на подставке? Тут в основном не особо так видно, но тут написано, что это Disney, и также указан сайт Sweetbox. Что ж, в принципе, давайте я вам покажу всю коллекцию Sweetbox, которую я имею, потому что у меня ее достаточно много. Ну что ж, как вы помните, у меня есть Блиц из Зверополиса. Также я просто буду выставлять тех, кто попадется на глаза. Также у меня есть тачки. Три именно, потому что сейчас вышли по байкам метро еще. Также вот у меня имеется такой вот выхлоп. Ну и также у нас имеется вот такой персонаж, как, например, вот Док Хадсон. Вот, например, также Мак. Ну, в общем, как вы видите, по свитбоксу у меня достаточно чего много. Ну что ж, тогда вот такая вот у меня примерная вот коллекция получилась, потому что она слегка была бы, должна быть побольше. И надеюсь, что я в следующем, в этом году буду покупать свитбоксы, причем их достаточно много, потому что по Диснею мультиков в свитбоксе вышло немало, и мне хочется их всех прикупить. Ну, посмотрим, как это оценится по просмотрам, потому что сейчас такие новые правила поступили, что сейчас на вот это детские игрушки, можно так сказать, может прилететь детский контент, и мне может отключить комментарии. К сожалению, вот такая вот неприятная новость, но что поделать, придется жить с новыми правилами YouTube. Ну что ж, ребят, вот такой вот у нас, получается, был обзор на такую вот коробочку по утиным историям. Да, конечно, я ее изуродовал немножко. Но по утиным историям я тоже буду собирать. Да и плюс еще также ждите Лего мини-фигурки Диснея, потому что они тоже будут как-никак. Ну и, скорее всего, я буду что-то выкладывать по географии, например, как те самые 3D-модели, устраивать по ним сборные стримы. Также ждите еще одно досье и также коллекцию от тачек. Ну все, ребята. Это был канал IlyaOne. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч, ребята. Всем пока.